Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые, ждут тебя в описании. 17 тысяч рублей баланс на форс-дропе. Давайте прямо сейчас попробуем сделать очень интересную рубрику. Представим, что как будто бы мы первый раз зашли, и мы не знаем, что открывать. Открываем то, что нам больше нравится, например, Dragon Love. Три раза пофиг, Шрека, да пожалуйста, на 5000 рублей, куча зеленых красивых ножей. Let's go. И суть посмотреть, насколько далеко и сильно нас может окупить сайт, если бы я мыслил не так, как обычно, как человек, который уже очень много кейсов пооткрывал, а как человек, который только зашел на сайт и вот только-только смотрит и хочет окупиться. Кстати, неплохо, 7557, Шрек сработал. Поэтому давайте сразу обязательно попрошу тебя поставить свой царский лайкосик. И если когда-то ты захочешь поиграть на этом сайте, используй промокод Predator. Самый большой и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Любая сумма умножается ровно на 40%. Например, закидываешь 1000, получаешь 1400. Закидываешь 10 тысяч, получаешь 4000 рублей совершенно бесплатно. Можно сказать, бонусом. С другой стороны, ты получаешь, помимо того, что самый большой процент на пополнение, плюс процент, который тебя окупает. Поэтому обязательно используй промокод Predator, так, ну, так ты точно не промахнешься и будешь 100% в окупе. Пошла возня. Ну, а чё, прикинь, с десяточки получить 4, даже если ты, не дай бог, эти 4 проиграешь, это все равно 4000 бонусом бесплатно. Поэтому поехали. Император неплохо. А выделяет почему-то стража. 6850. Прикинь, насколько старая коллекция страж. Как давно. Вот кто-то вообще знает из вас, из какой это коллекции? Эта коллекция была еще лет 5 назад. 13 тысяч, и они сюда ее добавили. Именно страж мне выпал. Балдеж. Но, раз-два. Открыли два кейса. Они окупные. Что у нас с Dragon Love? Блин, ну если честно, я не сильно хочу его открывать, поэтому давай опустимся пониже. Мы же все-таки открываем то, что нам нравится. Например, ну, например, вот Rage. Неплохой кейс. 9000 рублей. Кстати, все красненькое, все цивильненько, все красивенько. Поэтому пошла возня. Давайте попробуем выбить 1100. Я понимаю, что это будет тяжело. Но я пипец как хочу это сделать. Он выделяет интеграл. Можно поумничаю? Пожалуйста, самый дорогой дроп, который ты можешь выбить в КС-ке в недельном дропе, это интеграл. Интеграл, который будет стоить 15 тысяч рублей. Ну, если тебе не выпадет какой-нибудь кейс, хотя кейс, в принципе, 15 тысяч самый дорогой не стоит. Поэтому, вау, подожди, так он сколько нам выдал? У нас 29 тысяч рублей баланс, плюсом новый кейс Бобер. Давай откроем на 7. Просто хочу. Это новый кейс на Force Drop. А знаете, когда новый кейс на Force Drop добавляет, вот последний кейсов 10 я открываю сразу, и они все окупают. Это Сольк, это АК-47, это Тайна, либо АК-47. Это Гном. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 26 тысяч рентген. Здравствуйте. 49 тысяч рублей на балансе. Так, подождите. У меня баланс 50. Я хотел 100. И вот сейчас я понимаю, что как никогда близко я к этой цифре. Очень сильно хочу попробовать выбить. Очень сильно хочу получить заветные пи... Я очень сильно хочу. Давайте попробуем, ребят. Просто попробуем. Блин, вот обидно, что сейчас, конечно, ни одного ножа не выпало. Вот это реально обидно. Потому что, даже несмотря на это, мы в окупе. 41 тысяча. Подожди. 1012, 2. Так, ну-ка. Да, даже так в окупе. Блин, просто я думал, когда ты открываешь кейс на 40 тысяч рублей, ну ты 100% должен выбить какой-нибудь, ну какой-нибудь нож, либо очень дорогой скин. Ножа вообще не... Стоп, пролетает. Ну ладно. А вот сейчас маленько подслили. 31 тысяча. Ну, как говорится, не все сразу. Поэтому турецкий стрелок окупает, гном окупает. Но сейчас мы смотрим то, что нам нравится больше всего. Ну да, это, наверное, гига. Это, наверное, на 9 раз. Чисто такой мужской хороший кейс с очень хорошим дропом. Блин, у меня только что на балансе было 17. Сейчас уже 50. Not bad. Хочу очень соточку. Соточку и на вывод. Было бы супер замечательно. Гамма-волны, ржавый кобальт. Ну, ржавый, это, конечно, хорошо. Все хорошо, но только... 44 тысячи. Давай еще разочек. Почему-то, не знаю, вот почему-то мне хочется верить, что этот кейс может нас окупить. Хочется прям, знаешь, так вот открыть глаза, просто зажмуриться, открыть, и когда открыть, вот просто вот с больным горлом увидеть...
36 тысяч. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, борода. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Ничего страшного, пойдем тогда. Блин, вот GTA-шечку очень сильно хочется открыть. Вот, опять же, если бы я зашел первый раз на сайт, я бы с удовольствием открыл GTA-шку. Поэтому, почему нет, пошли. Ну, ровно на... тридцаточку. Да-да, нет-нет. И сейчас, блин, мужики, пожалуйста, поставьте просто царский лайкосик. Просто поставьте, потому что ваша поддержка, она пипец как мне нужна. Прям пипец. Кровавый спорт, 10500, неплохо. 28, ну, я не скажу, что... Ой. Прикинь, просто градик за 200 бы выпал. Просто градиент. Я бы был самым счастливым. Так, тогда переходим дальше. Ультракейсы. Это те кейсы, в которые я бы пошел сразу, если бы у меня был баланс. И даже если бы я не играл на сайте, мне говорили, что он накупал. Я бы даже, наверное, закинул соточку, чтобы с первого раза проверить самый дорогой кейс. Я думаю, это было бы круто. Но так как у нас 40 тысяч, ультраголд 2 раза. И вот это, несмотря на то, что это безумно красивый кейс, он один из моих любимых. Рассказываю почему. Здесь падает невероятно крутой дроп. Все ножи золотые. Это все легенды. Зуб тигра. То есть это все выглядит, ну, невероятно круто. И, конечно же, хочется, что... Блин, кстати, сколько раз мы с этого киса выбивали бабочку? Кто помнит, пацаны, напишите в комментариях, потому что... Стоп! Ой-ой-ой-ой-ой, пантера плохо, ой, как плохо. Вот просто, если бы он сейчас выдал нам легенды, это было бы незабываемо. Так, 27 тысяч. По сути, мы сейчас в минусе. Но... Ничего страшного, больше открывать его не будем. Знаю просто, чем это может кончиться. Мы можем сейчас просто открыть, и он нас подсольет. Зачем? Вот тебе, пожалуйста. Кейс вау, 25 тысяч рублей. Быстренько начали, быстренько пошли, быстренько открыли. И складывается впечатление, что мы пока что маленько сливаем. И это как бы не очень хорошо. Нужно прям 100% сейчас как-то выйти в плюсик. Не, ну ар мог выделиться. Прям мог сильно, но смертоносные котики 4 выпали. Ну, неплохо, двадцаточка нормально, я не скажу, что прям супер плохо. Да, нас подсливают, да, мы маленько сливаем, но извините меня, мы выбили 50 тысяч рублей почти с первых трех кейсов. Что мы еще ожидали? Конечно, хочется, чтобы прямо сейчас сайт там прям знаешь, перевертелся и просто жестко купил. Но, Ягуар, сколько? Мог стоить двадцатку. Стоит 5. По сути, поменяли шило на мыло. Ничего страшного. Давайте тогда сделаем так. Сегодня закончим с того, что мы... Ну, закончим с того, почти с чего и начали. У нас баланс был 17. Мы окупились на 50. Да, мы могли все вывести, но я маленько подслил. Давайте откроем ультраголд. И если сейчас выпадает что-то хорошее, да плевать что. Давай выведем, а следующий ролик продолжим с 2000. Как тебе такое? Да ну нафиг. Я думал, керамбит, охотничий нож легенды, вполне нормально. Обязательно поставьте лайкосик, не забывайте использовать промокод Predator, потому что это самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. До завтра!